Всем доброе утро, ребята. Всем у нас, привет. Как обычно, понедельник, среда, день начинается с полудня. Мы уже... Доброе утро. Добрый день, да. Мы уже отработали, вот и собираемся ехать сейчас на тотальную закупку. У нас есть списочек того, что нам надо купить. Я составила список того, что будем готовить, и мы собираемся. Да. Я там сидела, делала чуть-чуть сейчас перед отъездом альбом, но потом покажу, когда буду доделывать. Вот вернусь. Джек тут играет со своим мячиком. В общем, у нас тут со всех сторон какой-то кавардак-бардак. Сейчас Вся... я собираюсь тут. Ты дособираешься? Да. Марафет наводишь? Да. Ну хорошо. Все, поедем мы на закупон. Мы приехали в магазин. Валя уже ищет, что похрумкать вечерком. У нас вон целая пачка, целая тележка, чего похрумкать. Я вот такие вот хочу печеньки заварные. Ага. Вот, а я взял, вот я взял вафлики такие с карамелью, вкусные. А еще мы потом стали смотреть, что здесь еще, смотрите, здесь лисички, правда, уже кто-то попробовал. Кто-то подумал, что это на разрез. Прикольные очень такие, вот. Я бы еще вот, знаешь, что хочется? Хворост вот этот такой. Я его сама так себе не очень умею готовить, а купить бы я купила, но что-то я не слышу, не вижу. Ну ладно, посмотрим. Что нам еще? Солененького чего-нибудь такого, да? Сладкого взяли пожевать. У тебя чипсы есть еще? Ну а ты что хочешь солененького? Пойдем с той стороны, там этот попкорн всякий, короче. Ну пойдем. Пойдем, давай. Сейчас я тележку отвезу точно. У нас тут столько всего. Что, ты как маленький ребеночек, правильно? Сама как маленький ребеночек. Все, мы уже вышли. И прикиньте, уже стемнело, вот. Ничего нету, машина стоит, у нас полная сумка. Мы, короче, хакнули систему, и в этой неделе чипсы можно было купить за 1 цент, но только если ты 30 евро тратишь. А мы взяли просто наш чек на 2, разделили наши все продукты, и две пачки взял Бог на себе. Но будет так чуть-чуть, ты знаешь, что ты все равно больше кушаешь, нежели я этих чипсов. Все, едем мы до мойки, кушать хочется дико вообще. Мы приехали домой и разложили вот эту вот кучу всего. Столько много, наверное, у нас еще никогда не было, еще воду надо из этого забрать. Из машины мы не брали. Давайте пробежимся быстро, что мы в этот раз взяли. Это нам даже больше, чем на неделю, поэтому тут, конечно, много. В общем, взяли салфетки на кухню. И из попить мультивитаминный сок. Квас взяли. Теперь из мяса взяли... Ой, это мясо, я так понимаю, это с ножки, как без кости. Я его просто заморожу, потом решим, что мы с ним будем делать. Либо с макаронами, либо так. Как-то придумаем. Куриные ножки будем делать, запекать в духовке. И куриный фарш. Что-то в этот раз по курице, не захотели мы никакого другого мяса. Ну и помимо этого будут всякие молочные, типа там блинчиков, оладушек и так далее. Взял Богдан сосиски себе, я как-то редко сосиски ем, а он чаще. Джекису консерву взяли. Такие йогурты я решила в этот раз опять взять. Яйца, 3 упаковки, потому что у нас все закончилось. Сливки тоже я буду готовить. Сметана, молоко. Молоко одну, потому что у нас осталось много. Сыр взяли такой. Богдан что-то сегодня захотел. Холодный борщ, как ни странно, поэтому взяли кефира. Картошка закончилась. Вот, в принципе, у нас тут много чего закончилось. Взяли огурец, этот и на холодный борщ будет, и так. Авокадо там лежат, ну, в мешке я потом все это буду доставать. Баклажан я захотела с чесноком пожарю. Шампиньоны, лук, свекла, она уже как бы вареная, она просто в вакууме засунута такая, ее просто помыть и натереть на борщ этот холодный. Батат взяли. Бананы, а так у нас фруктов есть, поэтому мы сильно фруктов не набирали. Так, что здесь еще? Мед у нас закончился, ну, заканчивается. Решили взять такой попкорн в микроволновке, сделаем с сыром.
вот такие вот заварные печенюшки. Я раньше очень такие любила, в этот раз решила тоже взять. И Богдан себе решил попробовать. Если что, там просто большая пачка продается, он решил две такие себе вафли взять. Они с корабелью внутри. Сказал, если понравится, будем брать, если нет, ну, как бы, чтобы немного. Потому что если потом будет лежать, какой смысл? Муку взяли. Хлеб такой вот, он с семечками, нам в прошлый раз очень понравился, и в этот раз решили взять. Батон, очень много всяких разных специй взяли для картошки, перец молотый, сюда буду кидать гранулы чеснока, эти у нас вроде две пачки, да, чеснок. Взяли такую для макарон, я никогда не пробовала, что-то решила, мне понравилось попробовать. Интересно стало. И паприку взяли. Вот это что из приправ. Дальше здесь я себе взяла вату, пергаментная бумага, фольга, мочалочки закончились и мусорка. В мусорные мешки, точнее. Вот такая закупка. И вот по одному центу, как я и говорила, мы разделили всю эту закупку на две части по 30 евро. И получилось, что с одним чеком мы взяли одну пачку чипсов, и с другим чеком взяли такую же пачку чипсов за 1 цент. Вот, так что вот такая вот куча. Если честно, я даже вон отхожу, у меня до сих пор... Ну, в общем, много, короче, много всего. Спешу это все разложить по морозилке, по холодильнику, по местам, чтобы это все не забивало мне кухню. Вот, смотри, сколько, Зай. Видел? Жесть. В этот раз очень много. Ну все, буду разгребать тут. Смотрим фильм. Чего-то. Смотрел. Джейкс тут, да, смешной. Смотрим фильм. Как называется он? Виновный. Виновный. От Netflix 2021 года. Меня Богдан прочитал аннотацию. Ну, как не аннотацию, про что фильм. Очень заинтересовало. В общем, тут такое... Ну, пока непонятно, мы вот 40 минут посмотрели и хотим смонтировать видео. Богдан тут все подготавливает. И потом досмотрим, наверное, мы. Очень интересный такой психологический. Вот, так что, в принципе, советую. Я не знаю, как закончится, но пока мне интересно. И как-то бывают иногда фильмы, когда ты вот смотришь, и ты там неоднократно залазишь в телефон, что-то так полазит там. Ну, то есть, скучно становится тебе. А вот, допустим, здесь вообще нету желания ни дергаться, ничего, никуда. Поэтому... Достаточно интересный. Вот. Так что, как я и говорила, мы будем монтировать видео, досматриваем фильм и ложимся уже отдыхать. Так что увидимся со всеми завтра и всем спокойной ночи.